А это мы вот готовимся к рыбалке, покупаем леску, на поедем на катере. Так, посмотри номер, а то на сей же написано. Это? Да. Тембан. Не, а номер. No, 20. Это пал. 20. Двойка. No, 20. Это двойка. А ван. Есть, это не надо. Ван, есть ван. No one. Это 20. Это 0,20, да. Ну есть, который. Это 1,6. То есть это большой, это big, надо small. No, this is small. 1,6. О, это еще меньше. 1,7, вот она, вот. А это единичка, да? Да. Это вот она совсем волосок. Ну понятно. Ну да, да. Спрашивай. Спроси, сколько у нас софтвер. Потому что мы с ним хамсовстим. Это на это? 0,15, да, вообще маленький. Ну единичка, скорее всего, это самое. 0,20 есть. Это на это? На иголку. Это холма, что ты? 35. 45. 45, ну да, иголка берет на 0,25, отлично берет, если она берет. Так у меня на 0,3. А если иголку такая возьмет, она порвет вот это? Там же иголки есть, и вот такие порвет. Не, ну хотя бы таких, которые вот подсылают. Те, которые большие, они не которые. Ну я видал, куча штуки, когда вытянут. Здорово. Ну это хотя бы. А кто же берет на 0,25? Да. У нас стоит на маленькой удочке 0,25. Здесь проблема не... Проблема, она берет, когда волна. Когда поплавок, волна, она начинает активничать. Когда полный штиль, шухочек и так. Вот сегодня вот как раз это и было. Вот это как раз и было, что... Она просто не подходила к пирсу. А еще беру просроченный хлеб, который у меня остался. Кидаю под подплавок, она начинает путаться. А вообще, если сильно надо иголку, знаете, как я ловил? Здесь у него может есть, а может и нету. Тройник? Нет. Такая, короче, пружина, сюда хлеб, а и здесь сетка такая. Это есть там, а видно ее идет? Вот сюда я в сетку запутывал хлеб, и сюда тесто. И вот так кидаю. Кормушка, кормушка. Сразу. Но я почему перестал ловить? Потому что мне неинтересно так ловить. Оно мне нахер это его. Я в интернете, да, вот эту зонтики, да, зонтики. И вот эту рекламировали, что да, типа пружину туда набиваешь, они тоже 40 сантиметров. Certified. Ну, так бляха, это можно посмотреть. По плавку, да, вот это можно же к нашим донкам. Стоит, к нашим донкам, вот кормушку. Не, и... это к этому, что он говорил. Ну, сейчас мы разговариваем. Сколько? 40 что-то. 40. Зачем хороший поплавок, вот эти вот, что они тяжелые и не тонут. Это знаете, на что хорошо? Далеко кидать. Вот мы ездим на вот эту рыбалку. Видать, да? У меня есть такие, я там, если что, на лодке дам попробовать. Это вот такие вот у меня поменьше, по-моему. Он далеко летит. Тяжелый, что ли? Тяжелый, потому что поплавочек так не полетит. И он не тонет, вот он плавает. Видно, как и просто только да, для далека. Ну это на крупную рыбу, да? Если уже потянет, там мелочь. Так это чье все? Стопан. Все, да. Перепытки, 1 килограмм, 10 долларов. Понятно. Купить наживку, кальмару, креветка. Лучше сходить на рынок, потому что магазин какая. Цена намного завышена. А рынок здесь недалеко, да? Это вот сколько? На 100, ну, 2 раза завышено. Немного. Два раза. В два раза завышено. Так, я когда сам хожу, они уже, я, особенно летом, я уже черный, они ко мне не пристают. Они думают, что вы туристы, начинают разводить туристы. Ну да. Особенно если действительно там с кем-то познакомлюсь, еще с браслетами, блядь. Сейчас бы по 300 нам продавали. Сейчас же их столько не заехало. Ну давайте, можно разойтись. Так, приехали мы на центральный рынок. За кальмарчиками. Смотрите, какая здесь полная антисанитария. Как говорят, в Египте, в Греции все есть. Такое ощущение сложивается, что в Египте все есть. Но, конечно, не очень чисто. Заходим, ребята, на арабский рынок рыбный.
Но это уже второй, тот в районе Марины, а это ближе к центральному рынку. Хайла. Гримарей. Болек, Да, сколько? Ванкило? Сколько, да, ванкило, сколько? Да, телефон. Блин, нету переводчика. У меня там телефон тоже. Показать, сколько стоит. Это, так МВС хочет, калькулятор. Ну и то дешевле, а там было 200, сколько? 230 килограмм. Здесь 150 килограмм. Субит. Там 230. Да, уже понял, 230. Я пройду. Это получается килограмм, да? Субит. Фи обмая, быда, yes? Субит, декремая. Да, ну да. А, скидка. Я, субит. Скидка. Супер. Дахинда керемари. Шокран. Керемари. Бля, шо? А вот эта креветка сколько? Сколько? How much? Окей, okay, 1 кило, да? 1 кило. Я и пожарю сегодня, и положу. Так, ребятки, вот мы так вот набираем креветок. О, ого.